Приготовим сырники без капли масла. Берем 360 грамм творога, у меня две пачки по 180 грамм. Желательно брать творог суховат. Добавляем щепотку соли, одно яйцо. Хорошо перемешиваем. Добавляем 2 столовых ложки муки. Я использую рисовую, можно взять обычную пшеничную. Снова хорошо перемешиваем до однородности. Берем пергаментную бумагу хорошего качества. Если будет плохого качества, то дальше я покажу, что получится с сырниками. Складываем на 4 части и отмеряем размер сковородки. И по отмеченному обрезаем. И сухую сковородку застилаем пергаментом. Формируем небольшого размера сырнички. Делаем такую кругленькую форму. Отправляем на сковородку на самый минимальный огонь. Накрываем крышкой и жарим 10 минут. Затем переворачиваем. Вот как хорошо они переворачиваются без капли масла на хорошей бумаге. Вот такой вот результат вас ожидает, если бумага будет некачественная. Если вам нравятся мои рецепты, не забудьте подписаться на мой канал «Вкусно у Лалы», поставить лайк и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить очередное видео. Затем накрываем крышкой и жарим еще 10 минут. Приятного аппетита и хорошего настроения! До новых встреч!